Видел? Медик Челябинск, здорово, здесь Серега Боец. Как принимаешь прием? Алмаз там подходил, здорово, здесь Серега Боец. Как принимаешь прием? Понятно, империя, все принято. Я вот сейчас из дома выхожу с портативки 430 на прием. Да, давай проконтролируем. Вот сейчас, кто еще есть на частоте для контроля здесь, Серега Боец? А кто еще есть на частоте для контроля здесь, Серега Боец? 27, портативки выхожу, южный проезд, Аврора. Сергей Боец, проедет, медик Челябинск. Да, медик Челябинск, принято, еще там выходил с портативки кто-то, здесь Серега Боец. Да, плюс, здорово еще раз. Вот я сейчас из дома выхожу с портативки, здесь Серега Боец. А, с 27 канала, я думаю, что-то какой-то позывной 27, не понял. С 27 канала, да, принято, здорово. Вот тут мы работаем с портативки, сейчас на 430. Здесь Серега Боец, нахожусь. Московская, Димитрова, прием. Тихонецкий, нахожусь в южной проезд, там Лора, гуляет с ребенком, прототип в руках. Офигеть. Да, нормально, я тебя тут громыхаешь у меня. На улице с прототивки, все, вот видишь уже достижение какое нормально. Здесь Серега Боец. Пока выключено, вот я к вам подсоединился, хоть вас послушать. Да, а что ты, хоть каждый день работай, хоть там часами, никто тебе слова не скажет. Вот, подходи почаще постоянно, там, ребятам своим говори, чтобы портативки покупали. У нас сейчас же три кросса стоит, Аврора, Николай Панова и Димитрова, вот, так что можно в любом районе сейчас выходить и все будет нормально, разговаривать может, прием. Ну так, у меня просто машина, братья, короче, антенны. Ну да, все правильно, у меня тоже в машине там и двойки, и 430, и CP-шки там, и портативки. Вот сейчас. Да уже сейчас много народу сейчас это с портативы пользуется. Да, допустим, на Авроре находится, там одна частота, на Николай Панова, там другая частота, и постоянно везде на связи. Да и потом 27 канал тут же. Репитер получается, а репитер тоже пофиг, 9 или 27 канал, там же между портативками связь идет. Ну да. Поэтому как бы это, 9-9 канал, а ретранслятор на 430, он как бы а любой может пользоваться. На улице там гуляете, ваш позывной сейчас никак не расслышу, я подозреваю плюс. Дарите, пожалуйста, вот видно, кто с CP-шки выходит. CP-шка загорается. Кто с 430 сейчас будет ходить, загорится 430. Сейчас. Угу. Понятно. Ну, прикольно. Интеллигенту. А это вообще на дальней стороне. Ясно. Вот такая вот радиорубка Сереги Бойца. R4-3 Харитона. Давайте. Пока 73. Здесь был Олег Аллигатор, дивизион гражданской и любительской радиосвязи.